Это новейшая модификация вертолета Ми-8 АМТШ «Терминатор». Его главная отличительная особенность – всепогодный управляемый комплекс вооружения. 8 управляемых ракет «Штурм», 80 неуправляемых ракетных снарядов, комплекс «Воздух-воздух» «Игла», 2 курсовых и 1 хвостовой пулемет. По огневой мощи «Терминатор» не уступает знаменитому американскому вертолету «Апач» и российскому Ми-24. Но в основе этой боевой машины все тот же, разработанный более 40 лет назад Ми-8. Первый по-настоящему многоцелевой вертолет. Он считается мировым рекордсменом по числу модификаций, которых насчитывается около 200. Созданный как летающий грузовик, Ми-8 смог превратиться в грозный штурмовик, воздушный истребитель, охотника за подводными лодками и даже в роскошный лимузин для президентов. Наш фильм о тайнах самого массового российского вертолета.